Новый год все ближе, пора задуматься о подарках. Настоящий волшебный презент себе и близким – новая квартира. В самом популярном и перспективном жилом комплексе столицы в эти дни предлагают и квартиры, и удобные финансовые инструменты, чтобы мечта стала реальностью. Сразу три новых дома в квартале Южная Европа, где до новой станции метро всего 500 метров и до центра Минска рукой подать. Выбор и цены на старте продаж традиционно самые привлекательные. Начнем знакомство. В доме Салоники 25 этажей квартиры, от небольших студий до просторных 75 квадратных метров. Потолки 2,70, а на первом этаже эксклюзивные квартиры с трехметровыми потолками и отдельным входом с улицы. Кстати, один из трех лифтов будет панорамным. В 25-этажных домах «Дубровник» и «Котор» также выдержаны стандарты застройщика. Высокие потолки, уютные дизайнерские лобби с местом для консьержа, скоростные лифты, включая панорамные. Большие окна и остекленные лоджии. На первых этажах каждого дома квартиры с отдельным входом с улицы и собственной террасой. Квартал Южная Европа будет очень зеленым, а рядом расположится сквер и новый городской парк. Внутри квартала детский сад на 230 мест, магазины, аптека, кафе. К слову о стандартах, в комплексе Минск World построят 7 школ и 12 детских садов, детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр. А все кварталы свяжет удобная сеть велодорожек. Евгений Байков покупает уже вторую квартиру в Минск World. Дом большой, квартира большая. Мне очень понравилось. Свободная планировка, доступность к центру. Транспортное обеспечение очень хорошее. Остановка возле дома, метро в районе, возле комплекса. Жить в центре – это, я считаю, что очень хорошо. Когда доступность у тебя с твоего места жительства в любой район практически 15-20-30 минут. Минск World – это новый центр. Во всяком случае, деловой здесь возводит международный финансовый центр. А это новые инвестиции, тысячи новых рабочих мест. И центр отдыха. Марамолл станет крупнейшим торгово-развлекательным центром в стране. Здесь и современный кинотеатр, и фудкорт. Как купить квартиру выгодно? Конечно, лучший вариант за свои средства. В октябре для таких покупателей застройщик замораживает курс евро на отметке в 3 рубля. Выгоднее, чем в банке. Но если денег не хватает, выручит рассрочка от застройщика. Понравилась рассрочка, была скидка 10% плюс рассрочка. То есть это как бы дало толчок и возможность приобрести. Рассрочка – уникальный вариант. До 100 месяцев – это более 8 лет. Нужен только паспорт и первый взнос – 30% от суммы. Первоначально я оформила себе рассрочку. Вот, я заплатила первый взнос и постепенно уже потом выплачивала оставшуюся сумму. Купить квартиру можно и в кредит на срок до 20 лет в рублях с Белинвестбанком. В первый год ставка менее 5% и можно погасить досрочно. Новые дома в комплексе Минск World – отличная возможность переехать из арендной квартиры в собственную. Можно за свои деньги, а можно в рассрочку или кредит. Ежемесячная сумма, по сути, равна арендной плате, но при этом платить вы будете за собственное жилье. Согласитесь, это куда приятнее. Алексей Кряквин, ОНТ.